Ну что, всем привет, это снова я. Сегодня у меня, ну я же на диете, у меня сегодня вкусные пирожочки, низкокалорийные. А, там это, спрашивают, Настя желудок ушила? А зачем? Зачем Настя желудок? Ушивать! О, корова подоила, сходила. Вкусно. А вечером еще пойду к соседке на булочки. Вот так вот. Меня соседи любят. Ой, Татьяна Юрсова пишет. Говорит, как я тебя, Ленка, люблю. Да. Ленку есть еще любить. Ну так вот, я тут сходила в магазин. Ну, надо же затариваться. Ну так вот. А, пирожки вообще обалденные. Вот как-то после салата можешь еще кофе с конфетами пить нормально. Видите, что все пирожочки такие вкусные? С лучком, с яичком. Вкусно и полезно. И низкокалорийно. Вот Астра тоже меня любит. Ну так вот. Ну вы что хотели? И причем без майонеза. А кто там пишет, чавкаешь? Я не чавкаю. Кто в углу стоит? Никого. Время посмотрела, чтобы на булочки не опоздать. Сейчас пойдем. Полежу. Пойду на булки. Сегодня, короче, в Екатеринбурге день музыки. Звали, не поехали. Не хота. До 3 ночи там быть. Да ну нафиг. Понимаем, да? Как пиццу заверну. Да. Что люди видят, то и пишут. А что люди видят? Что люди такого видят? Резиску надо попробовать. Вкусненькая. Помытая, не бойтесь. Но говорят, чем больше грязи, тем шире морда.
Так ведь? Ну вот мы сходили, прогулялись до магазинчика. Купила там два коржика. Говорят, очень вкусные. Попробуем. Может, это горькое? Надо закусить. Яичко выпало. Яичко, яичко, яичный день. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла. Обалденно. Меня все интересуются. А вот ты специально на камеру так ешь? Да. Я как всегда, как обычно ем. Что без камеры, что с камерой, я одну так же ем. Понимаете? Ну, тут еще одна мадам написала. Как вы скажете, Иринка, я люблю. Конечно, Иринку надо любить. А как вы хотели? У меня есть там Андрюшка, Андрюшка в Яндексе. Он говорит, тоже люблю. Ну, вот видите. Только Иринке стоило канал открыть. Иринку столько людей полюбила. Курочка упала. Понимаем. Специально для вас купила. Оцените мой новый лук. Правда, тут торчит что-то. Что-то торчит. Вот, ну скоро рейс с мужем. В вашу сторону. Ну, правда, блин. Ну, что теперь? Ну, что, приедешь, приедешь. Ну, не знаю, я, наверное, поедать не буду. Говорит, соседи, как-то расспрошу, каких. Но. Настя читала комментарии. Особенно про соседа. Накрыт. Ну, у кого что болит, тот о том и говорит, понимаете? Ну, так вот.
Тут наливай соседу побольше. Он не пьет? Зачем ему пить, у него красавица жена? Вот у вас, видать, мужики пьют, потому что вы не очень красивые. Как думаете, вкусно было, если будет у соседки? Я обязательно пойду. Как же без соседки и без булочек-то, да? Вот так вот. Осталось две несчастные вафельки. Ну, такие стрёмненькие. Надо есть. Так вот. Ну, не знаю, что посмотреть, а? Подскажите хоть. Что интересного посмотреть? Может, какое-нибудь кино? Знаете, что я хочу сказать? Пошла я сегодня к Насте. Смотрю, едет белый Марс. Думаю, куда едет мушкиринки? Ну и вот, едет, едет, раз. У Насти останавливаются, блин, не киринки, жаль. А Марс ничего. Понимаете, да? Ну и это выходит такой дяденька и тетенька. Помощь многодетной семье. Ну так вот. Депутат он будет баллотироваться. Там, короче, бутылка масла подсолнечного, пачка макарон, пачка муки, чай, вафли, что-то еще. А, банка сгущенки, самый дешевый. Ну, так вот. А мы не пойдем толстовать. Нахер надо. Так ведь? Да.
Ну, как-то и без них переживем, я думаю, так оно. Без всяких таких. Ну так. Ладно, короче, мои дорогие, любимые подписчики, даже хейтеры мои. Смотрите меня почаще. Ставим пальчик вверх. Вниз сейчас эта херня. Вниз он не ставится, только вверх, вверх. Не забываем. Подписываемся на канал. Нажимаем на колокольчик. Чтобы он это... Трын-трын-трын-трын. Приходило вам оповещение, что Иринка видео выпустила. Вот. Ну и подписываемся на канал. Всем пока.